Смотрите точнее. За последние 100 лет такого здесь не видели. На какие жертвы пришлось идти елуторовским бизнесменам, чтобы выйти в федеральные сети? 7, а не 6. Для чего в Тюмени дополнительные этапы опрессовки? До чего дошел прогресс? В Тюмени роботам доверяют операции даже по урологии и гинекологии. Откроем тележурнал «Вместе» в 18.30 на канале «Тюменское время».